Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики канала в YouTube Джулипо. Сегодня мы поговорим с вами об еще одном оружии, которое когда-то было создано человеком против населения планеты Земля. Ну, конечно, ученые будут говорить о том, что все-таки идея была миротворческого характера, скажем, уничтожить нефтяные пятна в морях, океанах, озерах и реках. Но каковы последствия? Ведь сегодня та самая бактерия Синтия может стать настоящей угрозой для всего человечества. Но ведь идея тех самых созданий геномодификаций, новых организмов, клонирования далеко не нова. Удивительно, но никто не замечает, а ведь в Библии четко и ясно сказано, что нас создали по образу и подобию Бога. Так ли это? А давайте я вам зачитаю маленькую цитату. Ведь мало кто замечает, что в настоящей Библии сказано чуть-чуть иначе. Существует несколько вариантов переводов той самой Библии. Смотрите, синодальный перевод, новый русский перевод, библейской лиги, современный перевод, перевод под редакцией Кулаковых, перевод по Макарии Глухарева, перевод Юнгерова. И какие бы переводы мы ни взяли, везде одна и та же суть. Цитата. «И сказал Бог», это у нас Бытие, глава 1, стих 26, «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему». Еще раз. Не по образу и подобию моему. Речь идет о множестве богов. И создал не один бог целое человечество, а несколько. И если мы говорим о том, все-таки откуда пошла эта история о создании геномодифицированного, клонированного человека, то, наверное, стоит обратить внимание на еще одного ученого. Его зовут Захарий Сичин. Вы знаете, я очень люблю его работы. И мне очень нравится одна из его книг. Она называется «Космический код». Так вот, там есть глава. Это глава 6. Она называется «Космическая связь ДНК». Напомню, что Захарий Сичин изучал, по сути, он переводил древнешумерские тексты, где некие боги, в том числе бог Энки, создатель современной медицины, подробно рассказывал о молекуле ДНК, о митохондриальной ДНК и множество другого. Масса интересной генетической информации. И это было сделано в 1953 году, я имею в виду, когда Захарий начал работать над этими текстами. И только в 1980-х годах уже ученые начали находить подтверждение всему тому, что было сказано в древних шумерских текстах. А я еще хочу обратить одно ваше внимание. В 1876 году Джордж Смит, работавший в Британском музее над классификацией фрагментов глиняных табличек из Месопотамии, это шумерская цивилизация, опубликовал работу «The Chaldean Genesis», в которой высказал предположение о существовании вавилонского мифа творения, аналогичного библейской книге «Бытия». Затем вышел в свет фундаментальный труд хранителя отдела Вавилонской древней британского музея Кинга «The Seven Tablets of Creation», который убедительно продемонстрировал связь между семью днями творения и более древними месопотамскими источниками. Вам будет очень любопытно узнать о том, что бог Энки, он был величайшим за всю историю человечества генетиком, и он действительно создавал, клонировал, генномодифицировал не только растений, но и людей, и животных в частности. Если говорить о том, каков опыт, каковы последователи того самого бога Энки сегодня, это ученые, биоэнергетики, которые занимаются клонированием различного вида вирусов и бактерий. Но есть и те, которые создают совершенно новые организмы. Вот почему сегодня мы затронем тему одной из самых опасных и смертоносных бактерий будущего. Это бактерия Синтия. В нашей студии Ирина Ермакова.
антитела и прочее. Мы помним, что тот же самый вирус испанка, он имел три стадии. И третья стадия была более опасной, и она принесла больше гораздо смертей, нежели первые две. И если мы опять-таки проанализируем, почему возникла третья стадия той же самой испанки, то мы понимаем, что после второй произошла массовая вакцинация. И смертность от третьей стадии была и страшнее, и более мощная. И говорили даже о том, что до сих пор пишут в газетах, что вирус испанки был самым смертоносным, и он перебил просто на раз-два, как говорится, и ту же чуму, и оспу, и холеру, которые бушевали до этого момента, да? Но ведь ученые занимаются разработкой генов, геномодификацией уже 6 тысяч лет. Об этом даже писали в древнем Шумере. Но все-таки такое вот яркое, скажем так, анонсирование в СМИ приобрело именно после того, как появилась та самая бактерия Синтия. Ведь ученые американские часто публикуют информацию о том, что они создали этот вирус, создали эту бактерию и так далее. Но эта бактерия Синтия была создана полностью. То есть это была не генная модификация, а именно сначала с нуля созданная бактерия. Там была очень короткая цепочка, я имею в виду ДНК, и вроде как больше им сказали не нужно. Я напомню нашим зрителям, что она была создана для того, чтобы побороть нефтяное пятно. Но позже пошли достаточно серьезные скандалы, особенно в Латинской Америке, где говорилось о том, что бактерия Синтия стала паразитировать на людях. И вы были одним из первых ученых, которые акцентировали на это внимание. Можете нам рассказать, в чем опасность Синтии, или существует ли вероятность того, что она начнет действительно паразитировать и, возможно, станет одной из будущих эпидемий? Ну, вот я еще хочу сказать, что, например, вот мы говорили с вами о том, что внедрили гены, да, есть, например, работы, когда удаляют какой-то ген, да, и это приводит тоже к негативным последствиям. И очень многие там страны отказались от такого картофеля, в котором действительно удаляли гены для того, чтобы создать там из этого картофеля уже брать, ну, крахмал для технических целей. Были, например, такие домообразующие бактерии, где тоже удаляли гены, и это тоже привело к достаточно серьезным таким негативным последствиям для природы. Это тоже очень-очень интересная тема, и, может быть, со временем мы с вами ее затронем, именно вот влияние ГМО на природную среду. Что касается Синтии, то я просто за этой бактерией слежу давно. И начала я это делать после того, как вот мои сторонники, те люди, которые ученые выступали против ГМО, написали мне письмо о неком вот Эрике Дресслере, который в своей книге, вот эта книга называлась «Машина разрушения», вот описал так называемый вот некий, дал такой термин или прогноз, что произойдет, если будут использованы такие вот углеводородные нанотрубки, которые самовоспроизводящие. Что такое углеводородные нанотрубки? То есть те трубки, которые для того, чтобы им самовоспроизводиться, они будут поглощать углерод водород. И он назвал вот эту главу «Серый слизь». То есть считал, предположил, что если такие трубки будут созданы, углеродные или углеводородные нанотрубки, то они приведут к исчезновению всего живого за 3 дня. И все живое превратится в серую слизь. И вот такой у меня был мрачный прогноз. И мы действительно это обсуждали, говорили о том, что нанотрубки углеродные уже существуют. Если они еще будут самовоспроизводящимися, то это действительно может привести тяжелым последствиям. А вот эти углеродные нанотрубки, чем они еще страшнее? Потому что все живые организмы у нас на планете, они состоят из углерода. То есть органика – это соединение углерода. Да? И поэтому, если они начинают поглощать углерод, а по вот этому сценарию, как бы они были созданы для удаления нефтяной пленки, вот, то, соответственно, они потом будут уничтожать и всех остальных, все остальные организмы и вообще все живое, и пройдет планету Серус. И мы это обсуждали, охали-ахали, там писали такие даже письма, чтобы ни в коем случае не при обстоятельствах. Тут вот я узнаю о том, что, значит, где-то через 2-3 года
после разлива нефти в Мексиканском заливе запустили бактерию. Бактерию, которая должна была поглощать, соответственно, удалять эту нефтяную пленку, поглощая углерод. И, конечно, сразу была аналогия с этими нанотрубками и чем отличаются эти бактерии от этих нанотрубок. И в свое время вот Петр Петрович Горяев, он рассказывал, что он очень хорошо знал человека, институт Крейга, вот этого Крейга, в котором как раз создавали вот эти бактерии синтетические. Там, в общем, да, как бы берется бактерия, но туда вводится полностью синтетический геном, созданный, причем, компьютером. И вот у меня здесь вот работа, тоже я потом вам ее пришлю. Эта работа опубликована в Science в 2010 году, как раз вот Крейгом, там есть и Крейг Пертер, и вот Смит, который возглавлял эту группу, по созданию вот таких искусственных бактерий. Причем вот они, когда создавали эту бактерию, то они говорят, вот в этой бактерии там, допустим, 400 генов, да, 100 лишних явно, они считали, они просто лишние, надо убрать и сократить этот геном. И так, в общем, когда я читала статью, знаете, вот, честное слово, волосы дыбом вставали. То есть они решили создавать искусственные растения, оцифровывать их, чтобы вот эти, не растения, извините, организмы, да, начали, естественно, с бактерий, это попроще, взяли бактерии с небольшим геномом, то есть вот где-то 400 там, генов, вот, и даже уменьшили его. И вот они описали процедуру, как они это делали, каким образом, что они, более того, там даже были выделены знаки, чтобы обозначить, что это именно синтетический геном, а не там естественный геном. Ну, в общем, вы знаете, вот такая абракадабра. Вот на самом деле, как должна развиваться наука? Ученые должны изучать то, что происходит в природе, изучать и пытаться понять все механизмы, которые существуют в природе. И дальше как-то их используют. А здесь просто они вот такое ощущение посчитали, что они важнее, главнее вообще природы, там, не знаю, Бога и так далее, что вот они сами могут конструировать, что хотят и чего хотят. Причем вот эти бактерии, которые они конструировали с помощью компьютера, с полностью синтетическим геномом, они способны к размножению. Вот если те ГМ-организмы, они не способны к размножению, но это была единственная такая зацепка, чтобы все-таки от них избавиться, то вот эти бактерии, они наоборот способны к размножению и очень активны. И дальше уже, когда вот сначала мы рассказали про эту бактерию, ну я подумала, ну наверное, все-таки там же, ну, нормальные должны быть люди, да, они же не дураки, они же должны все вот это проверить, по крайней мере, все как-то. Ну, судя по всему, там в основном были тоже не столько биотехнологи, а даже сколько там программисты, не знаю, там компьютерщики, вообще, по-моему, не знают, что такое живой организм, и что все взаимосвязано в природе. Короче, в общем, когда мне стали говорить о том, что стали погибать люди, то есть они пошли купаться, после того, как запустили вот эту бактерию, бактерию ее создали, называлась она, это микоплазма, это такой особый вид бактерий без толстой клеточной оболочки, и вот эта микоплазма была там, бактерия микоплазма гениталиума, сделали лабораторию, и вот там, значит, вот изменили вот эту вот бактерию гениталиум и сотворили вот эту новую бактерию. По идее, она должна была убрать нефтяную пленку. Это никто не скрывал. Когда запускали эти бактерии, то об этом это широко действительно освещалось в средствах массовой информации. Была же информация о том, сколько они получили денег для создания подобной бактерии. Вот. И кто оплачивал это. Это были нефтяные, конечно, компании, British Petroleum. И потом, когда нефтяная пленка действительно была удалена, это был, действительно, была такая радость, была эйфория, люди обрадовались. Но потом что-то произошло с этой бактерией, как они говорят, то есть произошла мутация,
либо изначально они что-то там не продумали. Короче, это люди, которые потом стали купаться в этом Мексиканском заливе, мгновенно умирали, да, и более того, огромное количество морских животных стало выбрасывать на побережье. А поскольку бактерии очень быстро размножаются, то она, Мексиканский залив, попала в Атлантику. Потом была информация, что она попала в Гольфстрим и уже в Средиземном море. И было ясно, что эта бактерия, бактерия-убийца, что сейчас, значит, она убивает морских жителей, и она будет убивать людей, попадая в их организм. И вот эта пандемия, эпидемия, которая связана с коронавирусом, на самом деле, это, я так считаю, что эта пандемия вызвана не коронавирусом, она вызвана как раз этой бактерией. Коронавирус тоже есть, и у меня было предположение о том, что вот как все вообще, с чего все началось, когда выбросил на берег, выбросил в огромном количестве полудохлую рыбу, то кто-то ее подобрал, заморозил и на фуру стал развозить по разным рынкам. И тогда вот у меня даже была информация, поскольку я следила за этой бактерией, что там на границе с Китаем не пропускают фуры с рыбой, да. И потом, значит, какая-то фура или две фуры пошли вот на уханьский рынок, люди стали мгновенно там умирать, была паника. Но поскольку коронавирус сам по себе, там около 40 штаммов разновидностей, они есть в организме очень многих людей, он вызывает просто коронавирус, вызывает ОРЗ, то, скорее всего, произошло вот это вот слияние действительно этой бактерии, этого вируса, когда вирус спокойно, он же проникает спокойно в клетку, он проникает и в бактериальную клетку. И это РНК-вирус, он списал просто информацию для своих новых копий вот с этой бактерией. Получилась вот такая вот уже новый получился вирус с фрагментом бактерий. Вот у меня было такое предположение. И вот недавно я разговаривала там с врачами, с учеными, и они говорили о том, что действительно вот в этом COVID-19 есть фрагмент бактериальный, и это они обнаружили по частотному изучению вот частот, частотному определению, я же сейчас не знаю, вот этим частотным параметром, что, и об этом им сказали и китайцы, что вот в этом новом вирусе есть фрагмент бактериальный. И вот этой бактерии, скорее всего, вот этой синти. Поэтому он настолько опасен, что он проникает в организм, и он фактически приводит к достаточно серьезным нарушениям внутри организма. Но если брать вирус, вылечиться можно, да? А если брать бактерию, которая, попадая в организм, начинает его разрушать, поскольку она поглощает углерод, разрушая все органы. И когда ко мне обратились, я говорю, как можно определить, это вирус работает внутри организма, либо бактерии. Вирус, он не разрушает клетки, он проникает в клетку, чтобы создать свои копии. А бактерии вот это, она разрушает клетки, потому что геном этой бактерии нацелен как раз на разрушение, на поглощение углерода. И все, фактически все органы будет разрушено, вот этот сепсис возникает. И об этом очень многие писали, о том, что когда вскрывали больных, то практически все органы разрушены, внутри сепсис, и человек умирает. Ну, умирает, когда уже воспаление легких и дышать. Ну, вы же знаете, да, что ВОЗ запретил делать вскрытие коронавирусным больным, и позже уже вскрылось, опять-таки, что Германия и Италия все-таки тайно проводили вскрытие, и то, что они увидели, они тоже, ученые, конечно, очень аккуратно это делают, боятся лишиться лицензии, но, тем не менее, они объявили о том, что нам нужно серьезно пересмотреть именно вопрос, связанный с коронавирусом, потому что поражение действительно слишком объемное. И вот вы правильно отметили, что это полнейшая глупость со стороны ученых. Я уж прошу прощения, что я так говорю, но тем не менее. Полнейшая глупость была наделить бактерию, синтию, возможностью к воспроизводству. Ведь буквально, как говорится, пару генов, и этой функции нет.
И если мы говорим о том, что у нее есть строго направленная задача, это поедать нефтяное пятно, и мы знаем, например, что одна бактерия, условно говоря, за сутки может съесть, там, ну не знаю, там 3 барреля нефти, да? Соответственно, мы знаем, какое количество нефти разлилось, простейшая математика, необходимое количество бактерий выпускаем, они поедают, соответственно, и дальше голодной смертью они, естественно, умирают, при этом без возможности воспроизводства. И если, опять-таки, мы вспомним все-таки первых генетиков на планете Земле, я имею в виду так называемого бога Энки, который в свое время вместе с шумерами сюда прилетел на планету, так вот он тоже в свое время, когда рептилоиды или так называемые анунаки решили, что они не могут добыть достаточное количество золота, они приняли решение на общей комиссии, что необходимо все-таки создать генно-модифицированного человека из неких гоминидов, которые бегали тогда в Месопотамии, внедрить определенные гены и внедрить их с возможностью именно добычи золота. И на тот момент времени Энки, будучи все-таки, на мой взгляд, более умным ученым, чем наши современные, он не позволил этому новому гоминиду размножаться. Он специально скрыл эту функцию. В последующем, когда возникла возня между богами, Энки решил, что все-таки он хочет захватить власть над всеми богами, и он продукту своему творению, имею в виду человеку, он там назывался Лилу тогда, на тот момент времени, будущая Лилит, как она шла в Библию, так вот этому гермафродиту он дал возможность уже к воспроизводству. Это была тайна его генетическая операция, из-за чего он потом в последующем был вместе со своим сыном отречен, так сказать, от высшего состава богов. И тем не менее, несмотря на то, что он дал возможность к воспроизводству, то есть, по сути, создал два пола, тем не менее, он внедрил в клетки так называемые митохондрии, а мы знаем, везде пишут, что митохондрия в прошлом, скорее всего, была бактерией, потом утратила некие функции и стала теперь уже, как бы, я его называю митохондрию-банком организма, потому что мы все время обращаемся, клетка обращается к этому банку, выдели, пожалуйста, кредит, ну, в смысле энергию, для того, чтобы что-то сделать. Так вот, он внедрил эту митохондрию и в соответствии с молекулой ДНК он поместил внутрь ядра. Таким образом, раньше, если ДНК получала энергию непосредственно с цитоплазмы, то после его генной модификации мы уже стали получать энергию непосредственно от этих митохондрий. То есть он был очень умным. Он максимально защитил свое творение от воспроизводства, от продолжения, от того, чтобы захватили там те же самые клан богов и так далее. А современные ученые создали бактерию, которая вообще никаким образом не подконтрольна. И действительно может нанести существенное как бы потрясение человечеству. И опять-таки, если мы говорим о чуме, скажем, 1320 года, сначала это была респираторная инфекция, позже появилась некая бактерия, которая, помню, там из арабских стран, из Китая в арабские страны попала в Европу. Сейчас тоже уже ученые, я имею в виду ВОЗ, начинают поговорить о том, что не стоит сейчас пожимать руку и говорить, что мы получим вакцину, эпидемия уйдет в сторону. И уже серьезно ВОЗ заговорил о том, что есть вероятность, что появится новая, так называемая, пандемия уже бактериального происхождения. Буквально сейчас, то есть с 9 по 14 ноября 2020 года, сейчас, в наше время, проходит 73-й съезд Всемирной ассамблеи здравоохранения, где вот в данную минуту, пока мы с вами общаемся, они обсуждают вероятность новой пандемии все-таки именно бактериального происхождения. И, как они утверждают, это будет очень опасная болезнь, поскольку она будет более агрессивна, во-первых, чем непосредственно сама вирусная инфекция. Что еще меня тоже поразило, то, что пишут уже ВОЗ достаточно откровенно, что если у вируса все-таки срок, инкубационный период занимает порядка 2 недель, то у бактериального заражения он сокращается до нескольких дней. И мы помним, как в Китае пару лет тому назад, по крайней мере, по Первому каналу это было прям анонсировано, за считанные дни тело человека что-то, я полагаю, это бактерии, съедало изнутри. Это показали по центральным телеканалам, а позже полностью убрали из СМИ. И еще один момент, я недавно на него обратила внимание, мы готовили лекцию по вопросу рек, потому что мы год тому назад сделали прогноз по рекам, где реки будут уходить под землю, где они будут, наоборот, расплываться и образовывать целые моря. Мы сделали этот прогноз, но суть не в этом. Я решила через год посмотреть, какая часть нашего прогноза сбылась. И, естественно, зашла в Яндекс, Google, смотрела вырезки из газет. У меня был такой шок, что я даже не знала, что с этим сделать.
90% российских рек заражено нефтью. 90%. То есть буквально какие-то маленькие речушки, они не подвержены. Видимо, остановили. Но если смотреть на крупнейшие реки, включая те, которые омывают в Подмосковье, да, европейскую территорию, все реки заражены нефтью. И у меня лично сложилось, это исключительно мое сугубо мое мнение, я не ученый, но у меня сложилось впечатление, что Синтию начали подкармливать. То есть буквально намеренно выбрасывать нефть в моря и океаны. И недавно, помните, был крупнейший разлив нефти на Дальнем Востоке. Да, и это очевидно, что это не просто так. И поэтому, может быть, конечно, опять-таки я ошибаюсь, но ощущение, что таким образом они дают ей еду, чтобы она все-таки не распространялась. Как вам кажется, есть вероятность того, что Синтия действительно может попасть в реки и уже быть на территории России? Я думаю, да. И была информация о том, что в Сибири там рыбаки погибли, вернее, погибли, они попали в реанимацию, и погибло очень много животных, там где-то там 20 кошек, сколько там собак, 10 собак умерли, да, вот рыбаки пришли, там покормили их рыбкой, и после этого все животные погибли, они попали в реанимацию. То есть, конечно, есть это такое ощущение, что действительно эта бактерия захватила уже реки и моря. И то, что в морях, сейчас в океанах очень много мертвых зон, где нет ни растений, ни животных, говорит о том, что действительно что-то появилось, то, что убивает. Серные реки, кислотные берега, воды Верхнекамья, будто высыпали тонны охры. Кадры, снятые с высоты птичьего полета, не для слабонервного эколога, но и невооруженным глазом видно, природа здесь терпит бедствие. Сапсерфер Татьяна Голубева, сплавляясь по Косьве, была поражена, как резко река может сменить не только характер, но и цвет. Это был совершенно оранжевый, рыжий берег. Изменился цвет камней, так как в верховьях они исключительно белые, здесь они красные, оранжевые, желтые. Здоровая река так выглядеть не будет, и я уверена, что она более чем опасна. Вот он, источник, который ежедневно добавляет красок местным рекам, шахты Кизиловского угольного бассейна. Добыча угля здесь велась с конца 18 века, а ликвидация пришлась на 90-е прошлого. Стоит ли говорить, процесс был хаотичным, стволы и шурфы не были затампонированы. И вот результат – 16 изливов, которые с годами отравили 500 километров рек. Из года в год высокие показатели железа, содержания алюминия, других микрокомпонентов, которые очень опасны для окружающей среды. Самое опасное то, что в угленосной толще, которая осталась на дне незаконсервированных шахт, содержится большое количество серы. При поступлении кислорода идет окисление. По сути, говорят ученые, по рекам течет слабый раствор серной кислоты, который губит все, что встречается на пути. Лес был хороший, а сейчас вот речка затопила, и все это кислая почва. Просто не знаю, что с этой экологией делается-то у нас. Местные давно знают, здесь ловить нечего. Экосистемы рек Кизил и Северная Вильва полностью уничтожены. Рыбаки из Удмуртии надеялись поймать хариуса, которым когда-то славились эти места. Несколько раз клюнуло, и все, ни одной рыбки-то не поймали. Последняя шахта была закрыта 20 лет назад. На исследование проблем Кизила потратили сотни миллионов рублей. Было создано даже Министерство по делам угольного бассейна, но ни одного кубометра воды с тех пор очищено не было. Потому что эксплуатация этих очистных, планируемых, они не построены, да, она стоила бы краю миллиарды, потому что там надо завозить прямо цистерны, например, с известью для того, чтобы гасить кислые шахтные стоки. Потом надо точно так же вывозить вагонами образовавшийся осадок и непонятно, куда вывозить. То есть вот на сегодняшний момент очистные запроектированы так, что мы вообще не понимаем, как их можно было бы эксплуатировать. Кислые течения из шахт угрожают памятникам природы, но самое страшное, по словам ученых, если мертвые воды доберутся до Камского водохранилища, ведь это основной питьевой источник краевого центра Перми. Вот, я просто хочу сказать, что это чудовищная ошибка. Я когда читала вот эту статью, там ее вот в Бишлю, Creation, она так называет, вот, создание бактериальных клеток с синтетическим геномом, да,
Вот, то, вот я говорю, у меня волосы дыбом вставали. Ну, неужели, ну, ничего, у них там где-то не шевельнулось. В конце концов, ну, создали бы эту бактерию. Ну, хотя бы проверить ее в лабораторных условиях. Что, ну, ладно, нефть она поглощает, убирает. Но что, не было представления о том, что нефть – это углерод, и что все живые организмы соединены тоже углероды. Да? Вот откуда это, почему? В Америке вот такое отношение ко всему. Вообще вот это вот и ГМО, и вот это синтези, эти бактерии, они идут оттуда. Ну, вот меня в свое время спрашивали, я работала в Соединенных Штатах Америки, я могу сказать, что там же биология, химия, физика в школе по выбору. И у них не вырабатывается этого системного отношения, взгляда на то, что происходит в жизни. Никак. Все вот по отдельности. Вот это одно, нефть это сама по себе, живой организм это сам по себе, да. И я помню, как мы проводили работу, это была работа не связанная там с ГМО, это была работа связанная с нейротрансплантацией, и мой спонсор, ну не спонсор, а вот руководитель, он венгр по происхождению в Америке, он стал мне рассказывать вот свою точку зрения, что там должно получиться. И он мне потом спросил, доктор Ермакова, что вы думаете по этому поводу. Вы знаете, ваше предположение очень красивое, очень логичное. Действительно, возможно, это так. Но я говорю, не теоретик, я практик. И когда мы провели исследование, то получилось ровно наоборот. Вот ровно наоборот. И здесь вот такое ощущение, что вот эти люди, которые создавали эти бактерии, они действительно считали себя, наверное, богами, я не знаю, что вот они, им это нравилось. Это как игра. Это, они, понимаете, перепутали жизнь с компьютером, с пазлами. И они продолжали играть, не понимая, вот как, какое влияние, воздействие это окажет на окружающую природу, на человека. И то, что вот сейчас говорят, да, у нас пандемия никуда не ушла, и нас ждут действительно достаточно трудные времена. Дело в том, что в природе очень много мутагенных факторов. Помимо там вот этих химических, радиоактивных, вот этих ГМОшных организмов, да, которые являются сильными мутагенами. И теперь вот эти искусственно созданные бактерии, которые активно размножаются, и вирус начинает мутировать, начинает подхватывать, внедряться в нее. И это же не только будет вирус, коронавирус, и другие вирусы. И, понимаете, да, нас ждут достаточно трудные времена. Я еще в свое время говорила о том, что нужно попробовать обмануть эту бактерию. Понимаете, бороться с ней тяжело, антибиотики у нее почти не действуют. Но это микоплазма. А микоплазму можно попробовать разрушить. И вот врач мне, одна женщина прислала письмо о том, что с микоплазмой борется содовым раствором. То есть пропускает содовый раствор, действительно ослабевает вот эту вот бактерию, и дальше уже используют антибиотики. Вот такой вот, то есть сначала сода, а потом, значит, антибиотик. Но сода обязательно должна быть. То есть сода каким-то образом может остановить размножение вот этой бактерии. Это микоплазма. Поэтому я об этом в свое время вот говорила в интервью Андрею Кравлову, но, правда, на меня потом набросились средства массовой информации именно из-за этой соды. Хотя, в общем, у меня было такое предположение, что мы просто вместо нефти подсунем соду, где тоже есть натрий H2O3, где есть углерод, водород, и, возможно, она просто перестанет размножаться. На самом деле так оно и есть. И я поэтому всем рекомендую, что если люди лечатся, то обязательно при этом пить содовый, слабый содовый раствор там утром и вечером, вот во время заболевания. И тогда и другие лекарства будут намного более эффективны. Ну вот такое было мое резюме. Я не знаю, ответила я на ваш вопрос насчет рек. Я думаю, что да, они есть. И дальше эта бактерия, конечно, она идет, она очень агрессивна. И задача человека, в том числе, остановить размножение этой бактерии и спасти вообще живые организмы в океанах и морях. Мне даже уже сны снятся, мне тут приснился сон, что я разговаривала с каким-то очень известным актером, который вот выступает за экологию, я к нему прихожу и говорю, что
в океанах и морях гибнут животные, начинают плакать просто, что надо им помочь, спасти, а он как бы владеет неким ходом, такой сон был. А он обращается к своей помощнице и говорит: слушайте, а что у нас тут поесть? И они вдруг начинают есть, там что-то обедают или едят, и как бы он полухо слушает то, что я ему говорю, и я думаю, неужели опять не услышишь, неужели опять все это уйдет. Вот такой вот сон мне приснился, который, в общем, отражение того, что сейчас происходит в какой-то степени. То есть, когда я говорила о бактерии, то эту информацию тщательно скрывали. Ее скрыли китайцы, а у меня была переписка с китайскими коллегами. Я им объясняла, что ищите, надо как бороться не только с вирусом, но и с бактерией. Ее скрыли американцы, наши тоже стали скрывать эту информацию о том, что там могут быть бактерии. Сейчас, наконец, стали об этом говорить, потому что они не могут справиться с этой эпидемией. И когда вот меня спрашивают, как долго продлится эта пандемия, как только мы поймем, какова природа инфекции. Когда мы поймем вот эту природу инфекции, мы найдем способ борьбы с ней. Но пока мы не понимаем, мы не сможем победить. А мне ответили, что, ну что вы говорите, Ирина Владимировна, у нас есть вакцины, мы сейчас вакцины всем ведем, а вакцина может как раз привести к иммунологическому, к иммунному конфликту, который может привести действительно к очень тяжелому состоянию людей. Поэтому я, например, даже не знаю, у меня есть ролик, новый ролик о том, почему современные вакцины могут быть опасны. Кому вот это все нужно объяснять? Кто наконец-то может услышать людей, у которых, ну, я так считаю, что есть какая-то логика, здравый смысл, да, и хотя бы те данные, учитывая, которые уже есть в мире, что от многих биотехнологических вакцин умирают и люди, и там, и дети, и животные. Ну что ж, вы понимаете, что иногда волей человека, его интеллектом создаются действительно опасные для всего человечества бактерии. И остановить процесс заражения фактически невозможно. И все потому, что когда-то в мозг ученого вошла мысль о том, что нужно создать бактерию, пожирающую углерод. Но почему-то в этот же мозг не поместилась мысль о том, что эта бактерия может однажды погубить все живое на планете Земля. Он никаким образом не ограничил продолжение рода той самой бактерии, не лишил ее возможности мутировать и подстраиваться под различные условия. Более того, он позволил ей жить везде на планете. Мы помним, в той же самой Библии сказано, что треть вод земных и треть гадов морских будут уничтожены одномоментно. А что, если нынешняя 73-я сессия той самой Международной ассамблеи, посвященной именно вопросам здравоохранения, которая сегодня в наши дни обсуждает вероятность будущей пандемии, вызванной которой может быть, возбудителем которой может быть именно бактерии, может быть, они и обсуждают, что наконец-то пора признать в мировой общественности, что та самая бактерия Синтия может погубить всех людей на планете. Ну что ж, с вами, к сожалению, вот в такой беседе, грустной и печальной для нашего будущего, была я, Джули По, и, конечно же, Ирина Ермакова. До свидания.